Здрасте. Снова здравствуйте. Продолжается у нас второй тайм. Противостояние Гулливер-Спарта. Спарта ведет 4-1. Богдан с мячом. Судко Богдана тут проливает на Купсенко. Пытается каким-то образом сбросить пяточкой там. Ян зацепился за мяч, продлевает. И, ну это же забивать, конечно. Это 100% момент был только что. И Кусенко Михаил забивает. Свой мяч. Доволен забитым мячом. Куксенко. Куксенко. Сыграет. Жизняк продлевал на Романова, вынес очень точно, Богдан по итогу с мячом. Там сам Куксенко! И нужно подключать ему Амиянца, конечно, ну же. Да, тут... это, ай-яй-яй-яй, это не гол. Мы уже расслабились, мы уже расслабились. Да, похоже, и Амиянц расслабился, раз так пошло дело у Александра не совсем удачно. Ну что же, неудачи такие тоже бывают, нужно и с ними уметь работать. Тем более, это не критично важно, команда ведет, не нужно расстраиваться. Богдан, вот что делает скользкое поле, скользкий мяч. Вносит свои коррективы. В точность. Богдан. И забирай все-таки этот мяч с очко. Мяч выгребли, мяч выгребли. Янс на Куксенко. Подливает, а вот Бобровник уже перекусывает передачу. Куксенко будет подавать, ищет кому бросить. И классно открывался перспективно Слуцкий Богдан, но мяч не дошел до адресата. И Амиян страхует свою команду, отыгрывая на голкипера. Сейчас перепасовывается. Но вот здесь можно было перекусить Железняку. Прочувствовал этот момент, делал рывок. Чуть-чуть не хватило. Надо сказать, что и в поле он неплохо играет, на самом деле. Мы знаем, как он стоит на воротах. Ну и как полевой игрок демонстрирует хорошее понимание футбола. Богдан гоняется, что предпримет, пытался накрутить, Дима Романов не совсем повелся на это, а вот уже у Евгения Богдана раскачать Железняка получилось, а дальше продлить было проблематично, поэтому мяч переходит к Сычко, который сразу же вводит на Романова, тут продлевает на Фригу, ну здесь, я думаю, Куксенко однозначно будет первый, ну рискнул он так все-таки отыграть на Кузьмина, и тут, я думаю, все грамотно сделал в этой ситуации. Таким плотненьким прострелом отдавал на Куксенко. Мы видим, принесло это свои плоды. Продолжая свою атаку Спарта, Авианс пытался это прострелить. Бобровник поставил помехи. Богдан положил просто такие. Ну, едва сам не... Едва не, себя, да, не положил, да, как говорится. Едва сам не лег там вместе с ними, что называется. Еще и плотно пробивались, но попали в штангу. Авианс. Играет на Куксенко, обратно на Богдана возвращает. Куксенко. И перспективная атака, но с нулевого угла, почти с нулевого угла пробивал Амиянс. Даже если кому-то было замкнуто головой, пробить такой тяжелый мяч крайне сложно. Бобровник, Богдан, да, Евгений читает. И нужно бить, удар угловой. Ребята, можно мячик взять, пожалуйста, на этой стороне? А это... Ну, мы же не знаем, это чей мяч. Мяч. Кто это программа? Коваль Роман пытается как-то пяткой продлить на Бобровника. Не получается. Перехватывает этот мяч Спарта снова. И не дает спокойно выйти из своей половины поля. Миша. Можно мяч? Да. Кусенко играет на Богдана. Предпримет Евгений, пытается раскачать Бобровника, все-таки пришлось играть на Амиянца, перепасовывается Спарта, Слуцкий Богдан, дальний заброс на Куксенко, Михаил все-таки нашел ту калитку, не без труда протолкнул все-таки этот мяч, Амиянц, право! И вот Слуцкий Богдан на хорошей позиции, что дальше? Фрига заблокировал. И вот перспективная атака 2 в 2. Кому
нормально пробивает. Ну, пас не точный. Разве играет Гулливер? И бил, и замыкать же нужно. Замыкать. Хороший был момент сейчас у Романова, чтобы замкнуть. Ну, Александр не совсем точно. Не совсем, вернее, сконцентрированно действовал в той ситуации. Амьянс. Отыгрывает на Евгения Богдана. Сейчас с мячом Ковальджу готов его встретить. Но не тут-то было. Машковский Антон получает мяч. И вот что ж дальше. Удар. Сачко переводит на угловой. Стрел. И что же предпринимает Машковский? Коваль разгоняется. Его плотно опекает Антон. Но, тем не менее, не дали ему обойти себя. И вот даже он... Похоже, споткнулся там по ногу Евгения Богдана на этой ситуации. Скутки с Богдана. Просерфил, как я люблю говорить. По полю. Игрались. Машковский. Богдан находит все-таки Машковского. И что дальше? Удар, гол! Счет таким образом становится 5-0, если я не ошибаюсь. 5-1. 6-1 даже. Вот это я на 2 гола даже ошибся. Ничего себе. Неплохо вы ошибаетесь. Хороший чай. Ты Роман разыгрывает. Подстраховывает Машковский. Коваль будет водить. Все выбровки. Пробрасывает между ног и будет бить. Ай-яй-яй-яй-яй. Опасненько, опасненько досмотрелось. Железняк, похоже, готов вести. Углового. Посмотрим, что придумает в этой ситуации Иван. Продлевал Слуцкий Богдан на Евгения Богдана. Ну, увы, тяжеловато ему было бы догнать тут мяч. Валерий Роман. Сычко. На Фриго отыгрывает. Романов. Интересной позиции был Железняк, но до него мяч не доходит. Амьянс прочитал эту передачу и не дал развиться этой атаке. Коваль плотно встречает его Слуцкий Богдан. Все-таки останавливает игру Фол. Фол все-таки со стороны Спарты. Ну, действительно, очень грубовато как-то шел в это столкновение. Слуцкий Богдан. Парировал все-таки. Удар перевел на Машковского, а тот уже вынужденно, так сказать, сыграл в аут. Фрига подключает Сычко. Фрига с мячом. Пытался пролить. Не получается, пришлось отыграть через дом. Плотный прессинг подключает Спарта. Забирает все-таки мяч. И вот Слуцкий Богдан на ударной позиции. И сейв. Да. Делает чистый сейв, на самом деле. Тем не менее, опасность не... Миновала. Миновала еще. И вот плотно стали игроки Гулливера в своих воротах. Не дали забить. Удар. Неточный. Сычко сразу бросает на Коваля. Продлевает дальше. Но первый на мяче был Богдан. Тем не менее, мяч может остаться. И почему-то никто не бежал. А ведь можно было успеть, да, как-то догнать этот мяч. Но не получилось у Железняка успеть туда, на эту позицию. Слуцкий Богдан разгоняет атаку. Что предпримет? Получается пройти все-таки. Это гол. 7-1. Легко. Слуцкий Богдан забил этот мяч на 19-й минуте. Ой, прошу прощения, 29-й. Ну, надо сказать, что уже попахивает разгромом, на самом деле. Евгений Богдан. Не дает себе пройти Железняк, но, тем не менее, с фолом Слуцкий Богдан выгрызает этот мяч у Коваля Романа. Второй фол со стороны Спарты. 2-1 по фолам, если я не ошибаюсь.
Фрига готовится пробить. Наверное, будет удар, да. Но Кузьмин забирает все-таки этот мяч. Сразу же сбрасывает. Амьянца тут разгоняется, что предпримет. Проходит. Слуцкий Богдан сбрасывает ему назад. Не уверен, что это была передача, конечно, со стороны Амьянца в той ситуации. Ну, может быть, Евгений Богдан пытается один на него, один. Какое-то количество игроков определенное. Все-таки и хорошо этим, получается, да, контролировать мяч. Пытается пройти, но вот Фрига уже не дает себя обойти капитану Спарты. Сразу же разгоняется в контратаку. Коваль получает мяч. Нужно раньше решать. Штанга! Ай-яй-яй-яй-яй. Мьянс успеет ли? Пытался, но все-таки Бобровник не сдается. Опять клинч мы видим здесь. Слуцкий Богдан все-таки оставил себе мяч. Сразу же разгоняется передача. Удар, гол. Для Мьянс. Забивает свой еще очередной мяч. И счет становится 8-1 на 31-й минуте в пользу Спарты. Распасовывает. Фрига на Романова проливает, но не получилось отработать. Куксенко вводит мяч в игру на Кузьмина, тут продевает на Мьянца, как-то изящно на Слуцкого Богдана, сразу же Богдан разгоняется. Удается ему пройти Фригу, но успеет ли? Нет. Как грамотно сокращать, да, дистанцию, голкипер. Здесь хорошо отыграл бы Сачко, конечно, стоит поаплодировать ему. Пару важных сейвов он сделал все-таки в этой игре. Удар попадает в Коваля Фрига. Куксенко будет разгоняться. Вот Коваль перехватывает. И нужно пробивать. Удар угловой для Гулливера. Продолжает наседать Гулливер. Чем закончится эта их атака? Заканчивается она тем, что мяч оказывается у Амьянца. Вот тут сейчас Слуцкого Богдана. Сразу же Новошковского продлевал и... Фрига продлевал, но, увы, поставили помехи игроки Спарты, и поэтому это будет угловой для Гулливера. Перехватывает этот мяч Куксенко. Продлил дальше, красиво. Куксенко. И подключает Машковского. Тот успевает, но спорное решение принимает, на самом деле, я думаю, в той ситуации. Антон, тем не менее, мяч у Спарты, но это нужно забивать, да. Куксенко это делает, счет становится 9-1 в пользу Спарты. А забил у нас Куксенко Михаил. На 33-й минуте. Очередной свой мяч. И не просто праздник голов для игроков Спарты пока что. Но Гулливеру проблематично что-то противопоставить. Ну и надо отметить, что на самом деле Спарта, как на мой взгляд и на мой вкус, все-таки оказалась здесь более случая, который в отборе их свел с очень сильными командами. И поэтому я думаю, что они смело могли бы играть в первой лиге, а в перспективе, возможно, и выше. Как ты думаешь, Артур? Посмотрим. Время покажет. Бобровник. Мешковский делает дальний заброс. Успеет ли Амьянс? Нет, тяжело-то, тяжело там уже успеть. Как сыграют они с Киевом Юнайтедом? Ну да, это уже будущее, но это будущее, да. Выдержали они уже с капканом. Да, да. Ну, я думаю, да, конечно, волей судьбы приходилось мне при отборе все-таки отбирать. Ну, естественно, руководствовался я многим, но тоже, как говорится, истории уже ничего не изменить. Куксенко врывается, будет бить. Не совсем точно. Продлевать Мешковский его не получилось. Бобровник поборолся с ним, сразу выиграл этот мяч. Есть у него поддержка в виде Железняка. Отдаст ли? Немножко перетяну, как мне кажется. Чуть-чуть скорости, не хватило, кажется, не хватило. Для может того, быть. Как-то сразу сыграть так, как хотелось для того. Вопрос. Дом есть, так. Вань, дом есть. Отыгрывает Мясочко. 5 секунд. И забирает Кузьмин этот мяч спокойно сразу же.
на Машковского, тот на Альянса, перепасовка Спарта. Бомбим с мячом. Усенко пытался сам пройти, но тем не менее удалось ему сохранить мячик у своей команды. Остается играть около 5 минут. Я думаю, что исход поединка, судьба трех очков уже решена, в принципе, по большому счету. Но еще забитые мы легко можем увидеть за эти 5 минут. Ну да, судьба забитых голов Гулливера не решена. Вот. Ну и Спарта можно улучшить статистику. Ну почему бы и нет. Богдан выигрывает мяч. Интересно, он по кривой смещался. Сразу же отдал передачу. Перекладина. Ай-яй-яй-яй. Дар забирает с очко этот мяч. Сразу же бросил на Железняка. Но тут его подключает прессинг Машковский. Тем не менее, удалось передать дальше Ковалю. И сразу же, ох, как находит возможность для паса Коваль. Но, похоже, Железняк был не готов именно к такому повороту событий. Хотя пас был неплох. Дар. Очко все-таки решил. До конца прочувствовал. До конца. Объем своих ворот за спиной. Доигрывать невозможно было зря это. Усенко, удар. Парирован. Так, Усенко доходит все-таки до передачи. Тут возвращает на Богдана. Не возвращает, а передает. Что же предпримет Евгений? Пытается как-то раскачать Романова. Перепасовывается Спарта. А вот тоже передача не проходит. И приходится вступать в борьбу. Коваль выиграет этот мяч. Сразу разгоняется Гулливер в атаку. Ну, очень сильная передача. Сильно молодежная. Тяжеловато такое впечатление было бы догнать. Да, не каждый сможет такой передачи успеть. И, конечно же, и в этой ситуации случились-то проблемы. На наш. Все-таки получилось пройти удар. Если я не ошибаюсь, это угловой, да. Подстриг штангу. Мы слышали этот характерный звук. Играть осталось явно немного, ведь не брали во втором тайме тайм-аут. Да, и в первом, если я не ошибаюсь, тоже не брали. Играть осталось где-то примерно 2,5 минуты. Некорректное ведение аута, потому что мяч катился. Показывает рефери, поэтому круглый переход Гулливеру. Давно мы не слышали свистка от судьи. Интересно, он принял решение. И пас можно давать. И Слуцкий Богдан самый последний миг просто не дает Гулливеру забить. Хотя выглядит это несколько бессердечно, если честно. Может, да. Он играет как... Как с первой минуты. Да. Как будто счет равный. Ну так и нужно. Бороться. Хочешь развиваться, играй как с первой минуты. Амьянцы, тут уже Слуцкий здесь как здесь, но тут как тут вернее. Или здесь как здесь. Или здесь как здесь. Да, можно и так выразиться. Немножко неразбериха какая-то происходит сейчас. Мяч у Спарты. Амьянц готов разыграть аут на Евгения Богдана. Что он и сделал. И что дальше? Евгений Богдан пытается... Все-таки накрутить как-то соперников. Амьянц пробивает, но не акцентирован. Какой-то вышел удар, сразу же дальний вброс. Но первый новичок Коваль все-таки. Железняк отыгрывает на Фригу. Нужно решать. Удар. Штанга. Ай-яй-яй-яй-яй. Не остановились. А почему же Железняк просто выключился? Да, как можно было доигрывать? Застопорились буквально игроки Гулливера после этой штанги. Потому что нету сил уже находить мотивацию. Неудач. Да, после таких моментов, конечно, тяжело находить силы в себе продолжать. Евгений Богдан, кто он предпримет, уже спокойно разобрался и забивает еще один гол. Еще становится 10-1 в пользу Спарты. Просто беспощадно сегодня спартанцы своим визави прошли Гулливера, можно так, наверное, назвать. Демонстрирует истину Спарту, которая тяжело, да, сметает все на своем пути. И сбор подкачал гулливерцев, так бы хотя бы за счет темпа могли бы как-то прирасти. И невезения было очень много. И плюс мотивация от команды Спарты приводит еще к одному забитому мячу. 11-1.
Амиянц. Амиянц. Александр забивает на 11-й мяч. На 40-й минуте. Буквально 40-й минуте. Я думаю, что в скорости мы уже услышим финальный свисток. Да, конечно. Тяжело играть такие матчи. Я сейчас говорю про Гулливер, ну что, и невезение, и сильный соперник, и погода как-то подкачала, и сбор. И мяч тяжелый, да. Который пропитался влагой. Как-то все к одному. И поэтому такой счет на табло 11-1 в пользу Спарты. Чем мы их поздравляем.